Трое молодых людей похитили пиццу у курьера. Произошло это в одной из высоток 15-го микрорайона. Заказ на 12 кругов пиццы поступил поздно ночью. Когда я пришел, дверь мне никто не открыл. На звонки никто не отвечал, на смс тоже никто не отвечал. То есть по стандартной пиццерии я сделал все и должен был уезжать. Я вышел на лифтовую площадку, дома 39. И когда я подходил ближе к лифту, у меня два молодых людей совершили нападение. То есть начали меня бить, три удара в спину, один удар в живот. Сообщение ЧП в дежурную часть Тобольской полиции поступило ранним утром. Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции задержали двух подозреваемых и доставили в отдел полиции. Установлено, что злоумышленники распивали алкогольные напитки и решили заказать пиццу, но платить за нее не рассчитывали. В настоящее время часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и возвращена законному владельцу. Четыре круга пиццы компания молодых людей съела. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В отношении их возбуждено уголовное дело. Похитителям грозит до 7 лет лишения свободы.